Всем привет! Сегодня у нас 18 сентября. Начал поспевать такой сорт яблока Red Jonna Prince. Яблочки очень красивые, такого темно-вишневого цвета. Яблоньки четвертый год, подвоим 9. Вот так вот она загрузилась в этом году. Такие вот шикарные, красивые плоды висят. Пробовал, упало 3 яблока. Попробовал, они уже полностью спелые, поспели. То есть их надо обрывать на хранение уже, ложить. Может быть, сроки чуть неправильные сбора урожая. Но, можно сказать, первое плодоношение в этом году. Надо пробовать, экспериментировать, когда их лучше срывать. Яблоко особо не поражается болезнями. То есть такое чистое, красивое. Такие вот плоды. Такие красивые плоды. Молоко еще не сорвешь сильно. Очень товарное яблоко. Хорошо окрашивается. Сочное, вкусное. Кто посадит себе этот сорт, то будет довольный качеством плодов. Такие вот крупные, вкусом ихним, товарностью. Яблоки вот у самой земли и пошли вот до самого верха. Такие плоды. То есть я его не хочу до конца сентября держать на дереве, потому что может перезреть. Это вот рано, это град был, это позаживало. Такие вот бородавки. Потому что если оно переспеет, оно не будет лежать, не будет храниться, это яблоко. То есть его надо собрать в определенные сроки. С другой стороны обошел, тоже показываю, как оно висит красиво. Все в яблочках. У нас жарко сильно было, то он окрашиваться начал буквально недели полторы назад. А то я приезжал, он был не окрашенный вообще. Это сейчас пошли холодные ночи и жаркие дни, что перепад температур, что он начал набирать цвет свой. Тоже начало портиться что-то. А в целом сорт очень хороший. Он сейчас в данный момент очень широко распространен в интенсивных посадках, в садах. То есть его и на базаре любят, покупают. Это товарный вид за вкус. Он каждый год плодоносит. По отзывам садоводов очень хорошее имеет преимущество. Такие вот яблочки красивые. Блин, упала до штучки, не словил. Очень красивые яблоки на солнце вообще. Вот какое яблоко. Вот Red Jonna Prince полностью окрашенный. Вот такой вот имеет. Такой имеет цвет. Класс. Так, сегодня 15 октября. Яблочко Red Jonna Prince, которое я снимал на дереве в подвале. Мякоть начала размягчаться у него. Мы уже половину поели, большую половину поели. Такие вот красивые яблоки. Вот такая вот у него белая мякоть. Сейчас слажу его. Посмотрим, какой у него вес. Попробуем по вкусу какой.
Как бы по вкусу едим очень вкусное, хорошее. Сейчас попробую. Такой-то крас у него. Сейчас попробую на вкус. Очень вкусное яблоко с отчетливым привкусом и ароматом. С очень выраженным приятным ароматом. То есть ароматное яблоко. Сладкое, с легенькой кислинкой. Сочное. То есть так в яблоке не сильно видно, что вот сок, да? Вот на камеру, да и так, в принципе, не сильно. Но во рту сока много. То есть по вкусу очень хороший. По товарности, как бы тоже. Вот оно можно видеть, что товарность плодов, конечно, на высоте. Очень красивые. То есть если натереть, вообще они такие вот. Натертое яблоко, блестящее. Понравился, как бы первое подношение. В том году была одна сигналка. По товарности, по виду просто замечательный. Сейчас вот сложим, посмотрим, какой у нее вес. Плоды все образно 280 и выше грамм. Так вот, 280 был. 320. 285. Кажется, что будет ватная. Вес у него, видите, все плоды очень шикарные, красивые. То есть любой плод, что не возьми, любой плод очень красивый. И крупный в руке. По вкусу тоже, я же говорю, что очень вкусное яблоко. То есть для любителей сладких яблок, ароматных яблок, кто любит ароматные сладкие яблоки, вот. Вот уже портится где-то, начало что-то ударенное было. По вкусу, конечно, шикарный. Сорт класс. Я советую всем этот сорт. Я уверен, что кто посадит его себе в сад для осеннего срока, будет очень доволен и товарностью, и вкусом, и окрасом плодов. Его кушать как раз самое то. Вот такой вот красивый, замечательный сорт. Класс. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будем снимать другие сорта, показывать их, какие они на вкус, на вид, на цвет, как они на дереве висят, сколько они хранятся, ну, по яблокам, по грушам. То есть в обычных условиях, без газовых камер, без холодильника. Вот обычные условия у меня сейчас в подвале. Плюс 9 градусов тепла на 15 октября. Все, всем спасибо за внимание, всем пока.